Ну давай, давай, нападай. Эй! What? Да, где-то тут чел сидит. Там же еще один лутает своего друга. Блин, а тут нету окна. Тебя что тут? О! Идем. Идем, идем, братанчик. Совершенно не метовая пушка, чат. Тайгой, ты ля какой. Бот. Это что там за попрыгунчик был? Так. Ой, кто-то еще есть. Сейчас как не вовремя музычка. Нихера себе, а ты похилиться не хотел, да? Это куда она улетела? Блять, там дробовик. Да ладно! Эх, не пробил. Жесть. Что, блядь, это такое? Гранатометы, блин, чё? Правая нога, бедро. Что такое? Етить, там банда стоит, народу. -1. Ага. Ходит там. Не могу пробить его. Голову попал ему. Пробил каску? Вроде пробил. Вот так вот. По сути, чел, который за АФК шел на старте, как обычно бывает у нас с Саней, подставил всю команду. О! Ладно, пойдемте туда. Пойдемте туда. Подо мной бегает? Он сюда пришел. Эй, меня-то за что? Заходи. Иван, спасибочки за подписку. Спасибо. Благодарю. Ой, блядь. Там еще один был, что ли? Звука не было второго никакого. Я всегда слышал только одного. И ты не видишь, что происходит в дальней стене общаги. Там будет тьма. А с этим фонариком видишь. Опа, там два типа еще. Заходи, братан. Ага, дверь закрыли. Он на улице, я не пойму. Нет, он не на улице. Он умер. Пластиночки можно и выкрасть. 5 класса. Шифтует. Блять, я потерял его. В прицеле. Ну подними голову. Блять, ко мне бот слева подходит. Ёбаные боты, а? Я уже говорил, что не люблю ботов. Не помню, чат. Хорошая. Это кто? Двое. Оу! Это как ты так узнал? Ну-ка, ну-ка, что это за киберспортсмен? Голова горла. 460 часов в игре. Повезло, что ли, тебе, чел? Ну как ты? Первой пулей, блин. Ай-яй-яй-яй. Все еще там где-то. А, там еще один. Должна долететь. Так. Еще один, да, где-то вроде с калашом там постреливает какой-то. Вот он. Так. Сидит маленький Бэмби. Фига у тебя калашик. Чел неплохой. Это мы забираем. Дракон, блядь. Двое, как минимум. Ой, блядь, это двушка стреляет. Я хотел выйти Грену дать. Взорвал одного. Стоит чудовище, блин. Не пошевелится. Что, она в окно вылетела? Ну давай, давай, нападай. Давай, давай, нападай. Ну давай, давай, нападай. Ты доволен, счастлив? Давай, давай, нападай. Кусты. Так, что тут, блин? Меченку вскрыли, походу. Кобра! О, это походу с двушки, кстати, приятель. Жетончики есть? Что-то как будто нету. А, нет, есть, есть. Нормально. Хорошо зашли. На третьем этаже, интересно, моя хаешка залетела, типа. Или они прежде убили его там? Моя залетела. Найс. Тогда найс. Ох, у медички там война какая-то идет. Минус 2. Остальные, я так полагаю, в медичке сидят. Чевок. Всю карту. Блять, он загрелся на меня, сука, слева. Как будто это бот был справа тогда. Нет. Нет, это был не бот. А, это вот это чудовище меня убило. Я не думаю, что он за 100 часов... настолько преисполнился игрой, что понял, что я рядом. Скорее всего, это ВХшник. Просто-напросто. За 100 часов он не должен был понять игру настолько, что вот, ага, бот заорал, спрячусь вот тут в углу и буду контролить вот этот выход. Скорее всего, ВХ. Эй! Бот, ну за что? В голову-то, блядь. Ботик чуть не заруинил сейчас все. Просто по голове мне дал в прыжке. Ёб твою мать, эти боты. Может быть, душевые. О, второй подбегает. Но там звук кафеля должен быть. Ох, сколько тут народу. Ты живой? Кстати, без глушителя даже удобнее, ствол не стакается об угол какой-нибудь. Так, ну за видеокарту, конечно, пацанам респект. Я так и не понял, нафига они стреляться начали между собой. Они же прибежали в раз и начали между собой стреляться. Что такое? Не понял. Тут боссы. А тут слева тогда кто? А тут слева был Бировец, которого убили боссы. Нападай. Я его не убил. Блять, вот этот третий. Идем. Вот он. Найс. Запаркурь, блять. Или прыгни хотя бы. Ёбаный листочек тебя сдерживает. Чё попасть не могу? А, это бот? Это бот. Блять, это бот. Чат, я говорил, что ботов не люблю сегодня, да?